было бы, если «Удивительный мир Гамбола» был аниме, основанное на мультфильме «Удивительный мир Гамбола». Привет, меня зовут... Привет, меня зовут Дарвин Уотерсон! Привет, меня зовут Дарвин Уотерсон! И этот фрим... А, да сколько можно? Да, да, наконец-то! Мы сделали это! У-ху! Подожди-ка, разве не должна гореть красная лампочка, пока мы записываем, или... Это моя школа, средняя школа Элмора, и это история о моей жизни. В ролях. Уотерсоны в роли Уотерсонов. Ждем. Тоби Вилсон в роли Тоби. Найджел Браун в роли директора. Представляю всех моих друзей в удивительном мире. Ах, забудьте, кто вообще это будет смотреть. Ду-ду-ду-ду-ду, это реклама. А детка, она из детка-куколка. Она любит есть печенье. А детка, она из детка-куколка. Она любит пить молоко, она и правда пьет его. А детка, она из детка-куколка. Забудь его, давай попробуем что-то другое. Нет-нет-нет, у меня появилась идея. Та-та-та-та-там! Она солнечная житель! Со своим кунг-фу карате приемом она может сломать все что угодно своей маленькой ручонкой! Ничто не может сопротивляться ей машине, двери, кирпичи, дома и собственное лицо! Это она солнечная житель! Реклама! Воу, озвучено проектом Шаурма Студиос. Если вам понравилась анимация, подписывайтесь на автора. А если вам понравилась озвучка, подписывайтесь на Шаурма Студиос. Ай да, звукомонтажом занимался Шаурма. До скорой встречи, ребят. Пайкера.